Жителям Бердска предложили стать участниками конкурса «Нарисуй елку Победы». Победители станут авторами новогодних открыток. В России проводится конкурс «Нарисуй елку Победы». Лучшие работы будут в основе коллекционных новогодних открыток. Участниками могут стать берчане от 6 лет. Начинающие опытные художники могут нарисовать сюжеты на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Как украшают елку, как делают елочные игрушки и что тогда дарили. Можно дополнить рисунки короткими рассказами из истории своей семьи. Рисунок можно создать в любой технике. Работу необходимо загрузить на сайт Музея Победы. Рисунки принимаются до 28 ноября. Обязательно будет проводиться онлайн-голосование. Имена победителей назовут 10 декабря. Их рисунки используют для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток.